спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Понедельник в Самарской области пасмурно, но без осадков. Днем плюс 12, плюс 14, ночью 8-10, выше 0. Восточный, юго-восточный ветер. Скорость от 2 до 6 метров в секунду. В Сызрани тучи, без осадков. Днем плюс 12, ночью плюс 11 градусов. Восточный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо. Днем плюс 14, ночью 10, выше 0. Ветер восточный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно. Днем плюс 13 градусов, ночью 8, выше 0. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.